Всем привет! Мне тут подарок сделали, и хочу вместе с вами сделать распаковочку, потому что я на самом деле тоже еще не до конца понимаю, что это такое. Вот интересно, что можно девочке подарить? Так, сейчас мы ее где-нибудь здесь... Где-нибудь здесь разрежем и посмотрим, что ж там такое. Ой, самое интересное, может быть, оно на другом языке по-другому читается, а я прочитала как фантик. Может быть, оно правда по-другому читается, но у меня с языками как-то всегда было не очень, поэтому... Ну, сейчас будем распаковывать. Что ж тут такое интересно? Мне прям интересненько. Что же тут такое? Фантик. Что ж тут может быть? Ну, какие у вас предположения? Так. Ага, это, похоже, какой-то зарядничек. Да. Ладно. Это непонятно. Пока непонятно, да? Ой. Не хочет вылезать. Она почему-то закрылась. А, вот почему не хочет вылезать. Надо было вот эту штучку. Вот эту штучку. Опа. О, тяжеленькая штучка, скажу вам. Нелегкая. Ну, такая. Имеет вес. Так. И что же тут такое? Интересно. Так. Вытаскиваем. Ага. Вот так все запаковано. Интересно. Это, оказывается, тоже упаковка. Так. Ну, сейчас попытаюсь двумя руками открыть. Крышечку сняли. Ой, а тут что-то еще. Это не вылезает. А это... О, а это вылезает. Смотрите, какая штучка интересная. Штучка. Ага. Коробочки больше ничего нет. Коробочка вроде пустая. Так. Что же это такое? Ну, а если нажать, огонек горит. Пу-пу-пу. Надо разбираться, что же это такое. А тут что? А здесь больше ничего не вылезает. Ну, ладно. Так. А это что? Что же это такое? Интересно. Оф. Раз это оф, значит, должно быть и где-то включение. Ну-ка, вот так, если на единичку. Что ж такое? Ага. Это зарядка. Понятно. Так, ладно. Подсмотрела книжечку. Да, оказывается, вот это вот тоже поднимается. Что-то мне только один раз получилось поднять. Ну, что можно еще такой девочке, как я? Что можно подарить? Похоже, это какая-то отвертка. Представляете? Представляете, какие отвертки бывают? Семён Семёныч, вот это да! Ой, а тут еще прям все на магнитиках, ничего не потеряется. Смотрите, прикольные какие штучки. Так, ну-ка, пробуем. И здесь на магните все примагнитилось. Блин, как классно-то! Ё-моё! Как классно-то! Так.
Ох, это выключено. Ну-ка, на маленький ход и попробуем. Отверточка какая классная! Так, спешу добавить, что это, дорогие мои, никакая не реклама. Это просто была распаковочка. Сын подарок сделал маме. Вот так вот. Вот. Всех целую. Обнимаю. А пока-пока. Я пошла развлекаться с отверткой.